Всем привет, друзья! С вами, как обычно, Олег и Валя из Египта. И я напоминаю, что мы сейчас находимся в бухте Сома Бэй в отеле Caribbean World. И это 5 египетских звезд. Здесь мы ровно на одни сутки. Нас сюда пригласили друзья отметить день рождения их дочки. Сегодня мы сделаем обзор отеля, посмотрим, что же тут можно увидеть, какая территория, море, пляж. Говорят, здесь самый-самый лучший пляж. Так что сейчас все будем с вами смотреть. Ну а мы, кому интересно, конечно же, оставайтесь с нами. Ну а мы погнали. Холл отеля, лобби. Там, где находится ресепшн, ну, достаточно так помпезненько. Не скажу, что шикарно, но современненько. О, а вот это, смотрите, рамка стоит для дезинфекции людей во времена ковида. Сейчас она не работает. Да, она сейчас не работает. Карта отеля огромная прямо на входе, и это очень удобно. Наш номер, напоминаю, вот здесь. Сейчас будем изучать территорию. Здесь много бассейнов, много баров, а-ля-карт рестораны. Все-все будем с вами изучать. Guest Relation, ресепшн отеля. И чуть позже расскажем вам, как происходит выселение из отеля. Оно нас немножечко разочаровало. Так, идем на улицу. Цветов сколько, смотрите, в холле. Диваны мягкие. Ну, неплохо, неплохо. Банкоматы в отеле есть. И это большой плюс. Можно снять наличку. Ой, смотрите. А здесь у нас прям как отдельный какой-то торговый центр или городок. Посидеть можно, выпить коктейльчик. Все напитки, напоминаю, подают в стекле. Есть магазины. Бижутерия, разные снеки, аптека, все в отеле есть. И вот такой вот барчик с куполом. А еще в отеле есть молочные коктейли. И это немаловажно. Возле лобби-бара есть вот такие лаунж-зоны с разными диванами, мягкими, кожаными. Как вам удобно. Также здесь присутствует интернет, поэтому можете вечером посидеть, расслабиться, выпить напиточек и поработать, кому надо. Ну а мы идем дальше. Мы подошли к основному ресторану отеля. Он находится прямо в отдельном помещении. Вот такой вот круглый. Много посадочных мест. Есть зона 18+. Есть зона для детей. Вечером здесь гриль будет. Ну, обзоры обеда, завтрака и ужина у нас уже есть на канале. На втором этаже находится дискотека, которая работает до скольки? С 23 до 2. С 11 вечера до 2 часов ночи. Спортзал отеля работает до 7 часов вечера. Естественно, бесплатный для гостей отеля. Давайте зайдем внутрь и посмотрим. Как для отеля спортзал нас удивил. Огромное количество разных тренажеров, гантелей, разного всякого. Интересненько, а весы есть в этом спортзале или нету? Беговые дорожки. Ну, от нас спортзалу лайк. Просто у нас есть чем сравнить, и в некоторых отелях совсем-совсем скудненькие спортзалы. А здесь, конечно, если вы спортсмен, то вам будет очень комфортно заниматься. Людей-то. Да, ну людей нет, потому что все на море. Амфитеатр отеля. Чуть-чуть зайдем вовнутрь. Вечерняя анимация в отеле есть, но мы попали на такую какую-то скудненькую анимацию. Тем не менее, есть чем вечером заняться. Вот такой вот амфитеатр. На территории отеля есть, я бы сказала, даже много магазинов. И вот такая мастерская. Там мужичок
мужчина сидит и делает сам вручную вот эти разные поделки, фигуры, да, из металла. Поэтому, если вы не хотите куда-то выезжать, выходить за территорию отеля, можно все купить на территории, то есть в этих магазинах. Конечно, это будет все гораздо дороже. О, какие зеленые клумбы, цветы, лавочки. Очень все красиво смотрится. Территория ухоженная, как и в любом другом отеле. Аля-карт ресторан. Мы его уже посещали. Это арабский ресторан. Ну, вы знаете, неплохо. Нам было вкусно. Но ничего такого удивительного здесь не ждите. Фиш-маркет на территории есть. Мы сначала подумали, что это а-ля-карт, но нет, за $25 тут можно поужинать морепродуктами, и он находится прямо в бассейне. По всей территории отеля тематические вот такие зонтики в карибском стиле, как возле бассейнов, так и на пляже. И, кстати, бассейнов в отеле 3, один из которых подогревается, и водичку мы мерили 29 градусов, ну а два не подогреваются. Супер шезлонги, очень удобные, современные, металлические, их легко двигать, ну и они новенькие. Вот так выглядят корпуса отеля, их больше 20 по всей территории, они трехэтажные, наш номер на втором этаже. Кто не видел обзор, на канале есть шикарный, отличный, просторный номер. Рекомендуем! Между корпусами есть лавочки, где можно посидеть, отдохнуть, если вы устали ходить по территории. И смотрите за мной, сколько зелени. Мне кажется, что я нахожусь в каком-то ботаническом саду. Территория отеля небольшая, но очень зеленая. Ну а мы идем дальше. А я сейчас нахожусь между двумя бассейнами. Справа от меня 1.5 метра глубина, он не подогревается. А слева 1.40 метра, бассейн подогревается. И мы уже замерили температурку, она около 30 градусов. По территории стоят столики, где вы можете оставить пустую посуду. А также будочки, или как их назвать, с полотенцами. Возле бассейна, и также полотенце можно взять на море. И смотрите, какой удобный вход в этот бассейн. Очередной бар отеля, который называется Ямайка. И вот такой Боб Марли здесь. Бесплатный теннисный стол с подсветкой, ребята, так что можно играть в теннис даже ночью. У отеля есть аквапарк, естественно, бесплатный, и отсюда видим спасатели. А вот интересно, греется этот бассейн или нет, мы еще не трогали. Сейчас узнаем. Оригинальные клумбы, интересно, это фантазия садовника или чья? Напоминает какую-то могилку. Недалеко с пляжем есть полноценный ресторан «Тортуга». Ну, все включено, где можно также полноценно покушать, пообедать. Не ходя пообедать, не ходя в основной ресторан. Пляжный бар отеля, где можно выпить прохладительных напитков, с 3 до 5 покушать мороженого, а также есть снэк-бар. Тут делают вкусную пиццу. Волейбольная площадка, пляж, самый-самый шикарный пляж, ребята, который мы видели в отелях. Ну, нам так, по крайней мере, кажется. И активная анимация в отеле днем также есть.
хотим подвести итоги по отелю Caribbean World, который нам очень понравился, ребята. Наверняка, конечно, в нем есть какие-то минусы, но мы или не хотим их замечать, так как, ну, настроение у нас позитивное. Минусов мы здесь не нашли. Территория шикарная, зеленая, номера отличные, кормят вкусно, да, без особого разнообразия, но готовят очень вкусно. Как видите, по всей территории есть локации для фотозон, инстаграмные местечки. Ну и самый большой плюс этого отеля, это, конечно же, пляж и море с пологим-пологим заходом. Кто отдыхал в этом отеле, еще раз попрошу, напишите ваш комментарий, как вам тут отдыхалось, что вам понравилось, что не понравилось. По выселению, да, узнали мы, номер нам не продлевают бесплатно, только за деньги. Обед не входит. Стоимость обеда 16 евро с человека, на все включено. И браслетики, к сожалению, в 12.00 срезают. Но можно пользоваться территорией, морем, пляжем и также полотенцами. Но это уже хоть какой-то плюс отелю. И мы надеемся, это видео было полезно и интересно для вас. И как всегда, из Египта с вами были Олег и Валя. И все буде Украина. Всем пока!